настроение, народ? Как настроение, народ? Как настроение, народ? Как настроение, народ? Как настроение, народ? No, no, don't try it. Don't try it. No, no, don't try it. Don't try it. Как настроение, народ? А я наконец-таки возвращаюсь. Костя, напарничек, помог мне, привез лодку, а привез он ее в Тверскую область, потому что следующий мой этап начинается на Иваньковском водохранилище. И здесь же будет турнир «Трофей Дубны», поэтому на ближайшие 2 недели по всем проектам «Правила одна» в лодке я буду находиться здесь. Мы уже приехали на базу, сейчас я слепану лодочку свою, Костя поедет дальше домой по делам, а я остаюсь здесь снимать для вас видосики и ловить рыбу. Но ловить я начну только с 11 числа, потому что до 10 мая здесь... Мая? До 10 июня! Да, июня, до 10 июня здесь запрет, поэтому только 11 числа я смогу взять в руки снасти и ловить рыбу. А все это время до начала распрета я буду изучать водичку, готовить вкусные блюда, кулинарные минуточки и все, как вы любите. Посмотрите, как удачно. Вот здесь я буду швартовать лодку, прям рядышком, и вот домик, в котором я буду жить. Очень-очень удобно и близко. Ничего. А я что-то не пойму, куда, откуда сюда заход-то? Под водой. Под водой? Да. И сейчас небольшой рум-тур, покажу вам, как будет выглядеть домик, в котором ближайшие 2 недели я живу. Вещи пока что еще не разобраны. Так, тут сразу стол, кухня, все есть, холодильничек, диванчик. Вот это будет моя комната. Тут у нас святая комната. Тут, простите, тут что у нас? Дверка просто с москитной сеточкой. Музыка есть, колоночки. Ну и все, в принципе. Телевизор. Самое главное – кондиционер, потому что уже очень-очень-очень жарко. А это у нас тут стоит вакууматор. Будем всякие прикольные, интересные вещи делать с ним. Ну и все, это все сейчас предстоит разобрать. Костя, спасибо тебе огромное, что доставил лодочку. Увидимся с тобой уже перед турниром. Напоминаю, что по правилам проекта Костя ко мне присоединяется только за 2 дня до турнира. Все остальное время я самостоятельно тренируюсь, но напарничек у меня постоянно на связи. Если возникнут какие-то технические проблемы с лодкой, у меня есть огромная группа поддержки. Первое – это рыбанутый РФ, а второе – если очень не вовремя... Костя! Я приеду и спасу. Спасут рыбанутые, а ты только скажешь, ну, сделай то. Ладно, хорошей дороги вам, отпишитесь, когда едете. А я несу тебе цветы. Ух, сейчас ливанет. Китасик, быстрее вещи разбирать, сейчас ливанет. Как всегда, мы дождались самой фиговой погоды, когда льет дождина. И что мы делаем? Тентовать лодку, когда она уже почти залита. Нет времени распаковывать вещи, поэтому у меня есть только куртка из мембраны. Погнали.
Да я так и знала, что так начнется весь этап. Я устала. Ладно, вещи разбирать. Друзья, с самого начала проекта мы хотели сделать встречи с подписчиками. Я рада сообщить, что наконец-таки первая встреча состоится в городе Москва по адресу Сколковское шоссе 31, торговый центр «Спорт Хит» в магазине «Рыба Мания». Она состоится 20 июня в 12:30. И что будет на встрече? Будет, конечно же, розыгрыш, будут конкурсы. Вы будете со мной играть в камень-ножницы-бумага. Мы будем разыгрывать кучу разных интересных подарочков. И вы сможете задать мне абсолютно любые интересующие вас вопросы. А также для того, чтобы выиграть подарки, я буду задавать вам вопросы. А вопросы будут основываться на том, как хорошо вы смотрели серии. Поэтому обязательно рекомендую пересмотреть и первый, и второй сезон проекта «Одна в лодке». Именно исходя из этих серий будут задаваться вопросы, и за правильные ответы будут классные подарочки. Начнем с того, что я не первый день уже на воде, но без камер, потому что ловить можно только с 11 числа, и все это время я просто изучаю водоем. Что я могу про него сказать? Для меня это очень необычный водоем, новый водоем. Иваньковское водохранилище – это самое большое водохранилище Московской области. Вообще его общая площадь 316 квадратных километров, но у нас игровая зона очень ограничена. Если брать место нашего проживания, то есть от базы, это буквально пару километров вверх и 24 километра вниз. Все, вот такая вот маленькая зона у нас будет на огромное количество экипажей. Что касается водоема, практически весь он состоит из копанок. И судя по результатам и анализам всех прошлых турниров, именно на этих копанках будут играть экипажи. Самое глубокое место тут 19 метров. Несмотря на то, что я нахожусь уже 10 дней на воде, допустим, если брать одну копанку, на одну копанку уходит дня два, наверное, потому что рыбалка в основном пелагическая, соответственно, очень на маленькой скорости нужно ходить, это все искать, и очень много времени занимает изучение даже небольшой зоны, а этих копанок, даже несмотря на то, что очень ограниченная зона игровая, ну, их очень много. Поэтому, к счастью, у меня есть даже запрет эти дни, и у меня есть шанс изучить чуть-чуть получше водичку. Не знаю, насколько мне это поможет, но я очень жду завтрашнего дня, потому что только завтра я смогу проверить все свои наработки за эти дни и взять в руки спиннинг. И так как у нас был достаточно большой перерыв между выпусками проекта «Одна в лодке», давайте я вам немножечко освежу память и напомню, что у нас весь проект разделяется на этапы. Один этап – это 2 недели, проведенные на водоеме. И на каждом водоеме я получаю баллы, которые идут в общую копилку для зрителей, которая затем делится поровну между всеми сериями, и мы разыгрываем призы уже исходя из этих баллов. Сейчас на этом водоеме действуют следующие расценки. Судак – 5000 баллов, берш – 2000 баллов, щука – 5000, окунь – 1000, жерех – 1000, сом – 10 тысяч баллов. И, соответственно, это вся рыба, которую я ловлю в тренировках, и есть еще дополнительные баллы за участие в турнире. Первое место – 30 тысяч баллов, второе – 25 тысяч, третье – 20 тысяч, четвертое место – 15 тысяч баллов, пятое место – 10 тысяч баллов, шестое место – 9 тысяч баллов, седьмое – 8 тысяч баллов, и вплоть до 14 места по 1000 баллов отнимается, то есть получается за 14 место всего 1000 баллов, и если я занимаю 15 место и ниже, то я не получаю никаких дополнительных баллов. И вся рыба, которая будет поймана в турах, если она будет поймана,
за нее тоже считаются те же баллы, что и во время тренировок. Поэтому я думаю, что основная моя цель все-таки это судак, потому что на турнире мы будем ловить судака, но сом 10 тысяч очень привлекательное предложение. Сейчас надо будет заправиться до полного бака, заправить все канистры, у меня их 7 штук есть, и здесь такая система, что ну, на базе не заправляют, поэтому есть просто отдельный человек на фрегате, который всем этим занимается, поэтому мы туда катаемся, но тут буквально 10 минут до Конаково, в принципе, нормально, удобно. Еще ведем подсчет, сколько бензина затрачено на сегодняшний день, с учетом того, что я здесь с 31 мая, сегодня у нас 10 июня. У меня была заправка по дороге сюда 250 литров, затем было 150 литров уже здесь на фрегате, это 400 литров, и сейчас мы заправили 150 в бак и 150 в канистры, это еще плюс 300. Получается, на сегодняшний день 700 литров уже... Ну, сегодняшние 300 пока не считаем за расход, но общее число у нас 700 литров пока что. Но меня надо перепроверять, у меня с цифрами так себе. Друзья, у нас наконец-то настало время долгожданной кулинарной минуточки. Я сейчас вернусь в домик, и на вечер сегодня у нас будут хачапури с сыром сулугуни и адыгейским. Но я выпечку не ем, поэтому кушать будет Никита, а еще я сделаю заготовочку, замариную ребра и завакумирую их. А когда отправлюсь на воду, буду уже их готовить, но делать я их буду не в лодке, потому что жарить я их собираюсь на гриле, и для безопасности я нашла подходящее место, это будет остров, поэтому они у нас будут на природе. Самое первое, с чего начинаю, это тесто. Максимально простой рецепт, но очень вкусно. Одно яйцо, 3 столовых ложки сахара, чайных, 1 чайная ложечка соли, чуть-чуть это все венчиком. Сюда добавляю 30 грамм растопленного сливочного масла, 100 миллилитров молока и 150 миллилитров воды. Я уже соединила в одну чашечку, поэтому просто всю эту теплую массу выливаю. В 500 миллилитров просеянной муки я добавила уже 1 упаковку сухих дрожжей. И сейчас постепенно буду муку эту вводить. Ну, постепенно, просто потому что мука разная, и ей можно очень легко перезабить тесто. Все, как только лопаткой уже сложно вымешивать, все это дело вываливаю на стол. Самое главное, чтобы и... И яйцо, и вода, и молоко, все было комнатной температуры. Сюда отправляется тесто. Пищевая пленочка. Все, буквально за несколько минут тесто готово. Ему надо постоять минут 30-40, а за это время можно пока сделать начиночку. Прежде чем показывать вам, как делаю начинку, я тут чуть-чуть прибралась, чтобы вы не подумали, что я свинотка. Я уже натерла сыр на средней терочке. В начинку идет 200 грамм адыгейского сыра, 100 грамм сулугуни. Вообще всю эту смесь нужно смешивать со сливками, но так как сливок нет, я это все дело смешиваю с молоком. В принципе, так тоже можно. Все, вот столько молока достаточно. Консистенция похожа на такую густую сметанку. Теперь осталось дождаться, когда тесто настоится, и можно будет собирать хачапури. А пока у меня есть еще минуток 20, я сделаю заготовочку из крылышек для того дня, когда я поеду
на остров их готовить. А вот и крылышки. Ну, я чуть-чуть перепутала, ребрышки же. Я их сейчас просто порежу, ну, для того, чтобы было удобнее кушать. Тут на самом деле каждый делает как хочет. Кто-то делает по одному ребрышку, кто-то вообще целиком. Это все я складываю в пакет. Сюда добавляем специи. Специи все делаем по вкусу, ну, я примерно вот так вот делаю. Паприка, черный молотый перчик и соль. Для того, чтобы все это хорошо разошлось, чуть-чуть добавляю маслечко. И теперь все это дело я запечатываю вакууматором. Все. На самом деле, зачем я сейчас сделала вакууматором, то есть воздух я не высасывала, но просто в таком пакете максимально удобно сложить это все в лодку, и нигде ничего не протечет, не уделает ничего нам. Пока я делала заготовку ребрышек, тесто как раз подошло, оно вот так вот поднялось. И из этой порции теста у меня получится 4 лодочки, 4 хачапури. Вот так. Теперь этот кусочек сворачиваю вот так вот. Все дно я скрутила. В принципе, из этой порции можно сделать и 2 хачапури, но тогда это будут такие очень большие лодочки, которые уже не на одного человека, а просто они делятся. Начиночку мы закладываем в бортики, то есть вот сюда вот сбоку. Теперь вот эти вот части залепляю. Так, раз. Вот здесь я скрепляю так вот между собой. Снизу то же самое. Серединочку немножечко растягиваю. И сюда, в эту серединку, как раз у нас пойдет начиночка вся. Теперь останется лодочку смазать только желтком, и можно отправляться ее печься. Пекутся хачапури в духовке 200 градусов, ну, минут 10-15. Всем доброе утречко! Сегодня наконец-таки распред, можно ловить рыбку. Будет первый тренировочный день по пелагике. Самый первый день по пелагике. Итак, как самый первый день, конечно же, у нас какая погода? Первый день дожди. Главное, носочки белые. Кстати, мы переставили лодку, потому что ловить я теперь буду на кастинговую снасть. Там удобней. Риверденс, как обычно, до 90 грамм, в длине 72. Утречка добренькая.
Ты не видишь рыбу, а я ее вижу. А вот она висит. Вот она. Побежал, побежал. Смотри, какой хвостиком виляет. Тунь-ту-тунь. Не успела. Не успела. Это координация, да? Минкота в одну сторону, педальки в другую. Не успела. Ой, блин. Ты это видишь? Так вот и играем с ними. Я убегаю, они догоняют. Но я им не даю себя догнать. Они ж меня зачеканят. В одиночных рыб сейчас, когда кидаю, они почему-то никак вообще себя не проявляют. Пары проводили приманку и все. А вот в стайного судачка, ну он, правда, не очень крупный. Вот там реакция поинтереснее. Даже поклевочка была. Просто я, видимо, не пресекла. Самый первый судачок на Иваньковском водохранилище. Небольшой, но, блин, это очень круто. Все же спортсмены так делают, да, когда вокруг лодки судаками трясут? Ладно, он маленький, они посмотрят, что маленький. Скажут, не будем мы здесь ловить. Кстати, он засечен был за джиголовку. И я намеренно ставлю всегда вот такие вот короткие джиголовки, потому что у меня тройник, который я делаю, я его делаю сильно длиннее. Ну и получается, что у меня и тут нету у него шансов не засечься. Прошлый не в счет. И снизу. А на соревнования вообще будет два тройничка снизу. Посередине корпуса и ближе к хвостику. Еще есть огромная разница между джиговой рыбалкой и пелагической в том, что когда мы ищем пелагику только на электромоторе, потому что, ну, скорость не больше 2 километров должна быть, иначе просто рыбу очень сложно увидеть, и еще сложнее вовремя оттормозиться. Левой рукой я управляю пультом, минкотой. Под ногами у меня педальки стоят для того, чтобы крутить ротатор. И спиннинг всегда вот здесь под рукой. Ну и, соответственно, на фиш-платформу я уже не встаю, потому что просто невозможно успеть добежать до фиш-платформы, встать, кинуть, рыба уже, ну, просто или уйдет, или мы сместимся, потому что я еще не умею так хорошо управлять, вот прям на одной точке себя держать, чтобы вот прям идеально она стояла. Поэтому я так делаю. Я нахожу рыбу, оттормаживаюсь просто в обратную сторону, и пока я это время стою, я успеваю кинуть, и как раз-таки этого времени мне хватает. Вот почему вся ловля происходит здесь, сидя на этой сидушке. Заходим сзади, проходим оборону.
кстати говоря, вот почему используется кастинг. Просто потому, что намного удобней и быстрее, чем с мясорубкой. Почему? Потому что кнопочку нажал и сделал заброс. Выматываешься быстрее. Ну, по крайней мере, у меня катушка, что я могу очень быстро вымотаться такая. За жопку. Смотри, притворяется. Типа ему плохо. Вывод: пелагическая ловля для меня, по крайней мере, на данный момент сложная, но у меня есть еще немного времени потренироваться. Что-то начинает получаться, что не может не радовать. К сожалению, две из пойманных рыб не попали в объектив камер, но я их запечатлела на телефон. Очередной судачок. Ну, блин, почему они такие маленькие? Ну, точнее, больших-то я вижу, только они что-то не хотят клевать. А вот этим 7,5 дюймов вообще не страшны, я смотрю. На тройничок. Па-ба! Фигак! Еще один. Все на ту же Нойке облшет 7,5 дюймов. Мне начинает нравиться этот водоем. Ну, чуть-чуть бы рыб покрупнее, но жаловаться не гоже. Поэтому я и так рада. На глубине 9,6 дела пошли куда бодрее, чем были. Несколько выходов, две поклевки, и вот сейчас судачок небольшой, но приятненько. У нас за каждого судака идет 5000 баллов. А всего рыб я поймала 5, соответственно, сейчас в общей копилочке для зрителей у нас уже 25 тысяч баллов. А я продолжу свои тренировки. Всем спасибо и пока. Thank you.